Всем привет, уважаемые друзья и подписчики, и коллеги. Всем привет. Итак, сегодня... Итак, сегодня мы играем в Fallout Shattered, совершенно новая версия, 1.7.1 версия игры. Абсолютно все полностью по новой. Мы сегодня будем играть так же, как всегда. Поехали. Убежище 800. Итак, ребята, всем привет еще раз. Снова мы продолжаем играть, продолжаем выживать. Абсолютно все новое, потому что у нас убежище новое. Абсолютно все новое. А вот и я вернулся. У всех у нас имена есть. И сегодня я продолжаю, как всегда, как обычно, играть. И сейчас я изменю имя. Вот. Убежище у нас все построено, там заранее, там обучение пошло, ну сами знаете, у нас там все такое. Я у вас кое-что покажу. Вот. Так, с того мы еще одного человека не... Несколько человек не поменяли имена. Вот они все наши. Некоторые связаны. Вот наш Крис и Кристина. Кристина у нее такая же фамилия, как у Криса. Потому что они братья и сестра. Вот Лена Денисова, там я. Марина, Сан Саныч. Все мы тут. Так. Так. Так, у нас сейчас мало энергии, то есть энергии у нас мало, но только с водой у нас, ребята, мало. Сейчас мы решим эту проблему. Мы только начали, ребята. Так, вот этих двоих мы пока не будем их именно, то есть писать именно с фамилией менять на пару слов. Если есть желающие, пожалуйста, напишите своё под видео. Кто-то хочет, пожалуйста. Все у нас тут только на русском языке. Некоторые просто связаны с вашим каналом в Ютубе. С фамилией будет такой на английском языке. Там мы все, а вот мы только вдвоем работаем по конкретии. Это только у нас я и Лена. Там со временем у нас будет расширяться. У нас там все заранее все открыто, конечно. Мы здесь ничего не меняем, мы просто будем постепенно расширяться. Хочу сразу, ребят, сказать, что здесь мы будем достраивать теперь уже один вот это у нас. Это новая версия, да? У нас единственное в том, что мы будем теперь точно будем расширяться до самого конца, до на 200 населений. Но, к сожалению, конечно, 200 не получится, но только это закончится лишь только первый сезон, где-то, например, на будет делиться на несколько сезонов. Это у нас будет все равно один и тот же будет продолжение. Будет делиться где-то на 50. Вот сегодня 50 будет, потом второй и так далее. Вы уже, наверное, все уже догадываетесь.
сколько это у нас получается сезонов. Сейчас остались только двое, не поменяли имена, поэтому двоих мы поменяем, их имя напишем из фамилий. Ну, фамилию можно даже написать на английском, так же, как и вашего канала. Только вы попросите, я обязательно это сделаю. Так, у нас пока все хорошо, мы будем постепенно расширяться, постепенно будем строить. Москва, то есть, действительно открылся. Мы вдвоем только защищаем, только Лена и я, мы будем на защите. Я 7-й левел, я единственный, кто будет путешествовать на разведке. Ну что ж, уважаемые друзья, я буду вот эту серию заканчивать, первую серию. Вторую серию мы продолжим в следующей серии. Большое вам всем спасибо за внимание и за понимание. И, кстати, я забыл, по-моему, громкость музыки и звука. Я тогда сделаю вот так. Я все равно заканчиваю. Первую серию не переживайте, это такое будет только первый раз, я сделал так, я сегодня выключил специально. Всем спасибо, всем пока.